Я рад приветствовать блуждающих по подвалам на канале Демако. Меня зовут Станислав, и сегодня мы с вами продолжаем веселиться в игру под названием The Binding of Isaac Afterbirth Plus. И да, мои дорогие, у меня новый голос, новый микрофон. Потому что некоторые спрашивают в комментариях, а новый ли у тебя микрофон? О да, он новый. Это новый, шикарный, обалденный, шедевральный, супер крутой, любимый мой микрофончик. Давайте начнем уже новую игру. Сегодня я хочу пойти на Гридира. И пойдем мы, наверное, сегодня за... Азазеля, потому что тысячу лет мы за этого паренька-то не играли. Ой, тысячу лет. Правда, это будет жопа боль, мне кажется, потому что это адовый, в принципе, персонаж. Он вообще адовый. А на Гридире вообще, наверное, будет рвать попу нам всех. Начиная от малого до великого. Поэтому я даже не знаю, стоит ли попробовать им играть. Но, думаю, наверное, стоит. Когда-то же это должно было произойти. Давайте начинать. Так, хпшечка. Ну, в принципе, хпшечка всегда хороша. Так, давайте вначале костры убьем, а вдруг здесь деньги спрятаны. Кто-то в костер зарыл, как картоху. В углях готовит. Да, залетай. Одна монетонька. Ну, кстати, вот хороший предмет. Отличный шприц. Давай-ка мне денег быстро. Пятюнич. А лучше шестюнич. Вот, вот, вот. С вас одна монетка. Ага. Дождешься с вас монетки. А, хотя как-то одна, мне 15 надо. Я что-то, короче, про скидку-то подумал. А скидка-то ведь на другой артефакт, который не такой уж и нужный. Тихо. Ну, не то, что не такой уж и нужный. Он вообще не нужный. Хотя вот толкнуть, думал, вдруг не хватит. Потом понял, что... Ууу, хорош. А, нет, нет, какой хорош, что мне же красное сердце. Ладно, потом, может быть, перед выходом, если сделка пойдет удачно, и мы купим что-нибудь себе у дьявола, то, может быть, даже... Вы знаете, для меня тут очень комфортно, потому что большая площадка такая, каменная. Хотя ее, я думаю, разнесут, когда будут появляться монстры. Вот тут хорошо прям, мне нравится. Так, тихо. А, да уйдите вы. Убегаем. Классно мы свалили. Мне понравилось. Оу, тут еще и стреляющаяся муха есть. И не одна. Ой-ой-ой. Да блин. Ой-ой-ой-ой-ой. Да какого хрена? Вас хрен заставишь попасть иногда, блин. Тут прям вообще влетают, как в путь. Накапливай свой рот гребаный красный. А-а-а, бомбит. Ну, естественно, это не на пустом месте. Я уже просто не первый раз пытаюсь. И уже от любой ошибки, даже более мелкой какой-нибудь, мелкой ошибки, уже просто срывает. Можем так вот стоять и убивать его. Я так понимаю, что мне ничего не сделает. Он даже... Он задумался. Я думаю. А как мне жить в этом мире жестоком? Куча монеточек. Монетки. Кто здесь? Что, просто жопой, да я не верю. Я взял дамаг вместо гапи лишь просто потому, что дамаг гораздо важнее. Ну да, гапи там может быть, я там смогу его собрать, может быть. Далеко не факт, поэтому я лучше возьму дэмэдж.
А теперь можно зайти вот сюда. Поспать, получить ресетца и сваливать с уровня. Ну и в магазин сейчас зайдем. В магазине посмотрим, что еще есть. А, ну да, шприц. Все. Дамага теперь у нас масса просто. Массовый дамаг. Массовый. У нас его и было, в принципе-то, неплохо, да, изначально. А с Азелем, как вы сами знаете, да, им надо просто научиться управлять именно вот его маленьким этим писюном, которым он выплескивает из своего рта. Тогда будет нормально все. У меня вот не всегда получается. Чаще не получается, чем получается. Из-за этого проблемы. Дистанцию надо соблюдать. ДВРГ. Так, 13 монет у нас есть. Можем купить ключ. Или сходить сюда. Ну да. Ну и ключ купить-то тоже надо. В любом случае. И погнали, погнали в золотую, посмотрим, что в ней. В принципе, так-то дела наши, дела наши обстоят теперь очень хорошо. Хотя, нет, работает эпифетус. Была просто проблема небольшая у меня. Я как-то нашел в магазине, продавался, как он назывался, TechX. Я думал, что ну все, как бы, мы затащим сейчас, потому что TechX решает. Да ё-моё. Сами же прекрасно понимаете, да? Я думал, сейчас, конечно, мы тут натворим грязи. А оказывается, он не работает с Азазелем. Он вообще мне ничего не прибавил. Это было очень обидно. Я так обрадовался ему. И потратил, главное, 15 монет на него. Вот это была, конечно, вообще ни о чемная покупка. Кто-то писал, кстати, что Эпик Фетус довольно-таки редкий. Вот у меня он попадается что-то очень часто. Причем, кстати, предметы, которые... Ну, те, наверное, еще реже, конечно, попадаются. Поэтому они, наверное, вообще мега-мега-мега редкие. Я, например, то же сердце, которое, знаете, которое делает вас... дает вам какой-то самонаводящий выстрел, там, стреляете как-то прикольно. Сердце такое в огне. Я не знаю, как он называется, этот предмет. У меня он вообще не попадал. Один раз лишь я его видел. Например, тот же самый... как он называется, это тоже... Пироманьяк. Я тоже редко пироманьяка встречаю. За все время, наверное, моей игры в Айзека я, наверное, его 2 или 3 раза всего ловил. Настолько это редкий предмет. Вот это, наверное, вообще пипец какие редкие. А этот, пожалуйста, он всегда вообще. Вот я очень часто эпифетуса. Фетуса даже реже встречаю, чем эпифетус. Так, ну что, мы... Я этому рад безумно, не жалуюсь ни в коем случае, вы не подумайте. Я думаю, что нам надо с вами либо брать... Ну, хотя брать-то тут нечего. Давайте лучше взорвем, да? Взорвем вначале вот это. Нам, конечно, идеально вообще он заходит в том плане... Так, а актива-то у нас ведь нет. Давайте купим ключ. Нам еще пригодится. Это 100%. Не знаю, есть ли смысл брать вот этот предмет. В том плане, что он дает дамага, но как это будет работать с... я не знаю, короче, я не буду брать. Может, мух взять? Я про них постоянно забываю, но зато это классная штука. Давайте возьмем. И еще раз рванем. Ну давайте сейчас босса как раз монетки попадают. Мы возьмем хаос. Только не прыгай, тварь. Ну просто стой там, не прыгай.
Вот это хорошо. Вот это правильно. Черепок тот же самый, который на башку, знаете, одевается. Обычно он продается и в магазинах, и не только. Но вот он тоже редкий довольно-таки. Что это за карта? Так, понятно. Ну давайте, пускай будут ключи. Не знаю, что делает золотой. По-моему, он только золотые монеты, да, притягивает или что? Или наоборот, золото. Да? Я не знаю, что делает этот брелок. Могу только гадать. Воу-воу-воу! Сдуся, говно! Но тут, конечно, тема такая, что, может быть, и смысла-то не брать теперь. Потому что сердец-то мало. А, вот, например, ну, гапи можно взять кусок. Но сердец, не, я не буду брать. Короче, сердец мне жалко, реально. Я косячусь, поэтому я не хочу. Я, бывает, нарываюсь на урон, и я не хочу из-за этого брать. Ладно, погнали, 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 погнали. Была бы книга, например, да, книга, которая дает сердца, я бы взял без вопросов вообще активку эту. С этим очень мало накапливаем мух за убийство, за счет того, что, видимо, эпикфетусом убиваем. Так. Нам должны дать вроде как, да? Должны дать одно сердце, не забрать все. Да-да-да, слава богу. О, и демедж, конечно, возьмем. Мне просто пояснили, что если у тебя есть возможность получить красные сердца, о, и еще гапи, то ты получаешь тогда одно красненькое сердечко. А если ты, например, малышом играешь этим, блю-бэбиком, то тогда... О, отлично. Только мы очень медленными стали. То тогда ты нифига не получаешь, тебя все забирают, и одно сердце тебе оставляют синее. Это, конечно, вообще западло. Так, давайте внутрь залетим. А что здесь? Куча бомб. Не особо-то нужные, да? Ну, мы, естественно, оставим. Погнали. Погнали, погнали воевать. Мистер, где там? Кто там? Я вас убиваю? Но тех-то я еще видел. А вот вас я не был уверен. Опа, порви рот себе, красномордая тварь. Не люблю вас. А за что вас любить-то? Да, то, что я летаю, однозначно плюс. О! Вот вы, твари, там две присели. А, нет! Пауки. Умри. Умри. Не успел, прикиньте. А вот теперь успел. Ха-ха-ха-ха. Хорошо, наугад стрелял. В конце, конечно же. Так, давайте сразу прожмем 20 мух. Сила. Ну, это круто. Сила, это круто. Сила, это очень даже круто. Давайте купим сразу же гапи. И повзрываем, наверное, здесь вот этих типов. Я бы взорвал бы еще, попытался бы Но я не знаю, как это будет работать. Наверное, никак просто. Потому что 15 выстрелов ждать... Это нереально. Маска, вот маска норм. Маску стоит брать. Маску надо брать, потому что... Дамаг надо все-таки как-то, ну, терпеть. То есть стараться не умирать. Ты умер? Они умерли, да, такие типы? Ангел? Tons of damage. Отлично. Берем вот эту штуку. Вот вам, пожалуйста, кусок, остаток от гапи. Ну, я думаю, выловить его будет не проблема, потому что у нас теперь есть взрывы, мы можем спокойно ролить. Если есть аппарат для ролла, мы можем спокойно выроливать себе вещи. И это гораздо проще. Опять ангел. Ты не настолько крутой, ангел.
Как думаешь? Смотрите, сразу такой, сделок не будет. Как есть красные сердца, так сразу сделок не будет. Ну и хитрый же ты парень. Дьявол. Но дьявол-то хитер, это мы всегда знали. Хитер-матер. Взорвем камни. Ну а мало ли вдруг. А вдруг здесь что-то лежит. Типа лесенки или еще что. Всякое. Ничего тут нет, уходим. Так, летим на следующий, да, получается? Ну, тоже неплохо, в принципе. Получить его приятно. Что тут скажешь? Вот это, конечно, мне нафиг не надо. Мухи лучше. Ну, по мне так. Ага, ага, ключ за 3, но мне он не нужен. Ключей у меня масса. Говняху взорвем. Чуваков взорвем. Тут я бы заролил все вообще сразу. Все и сразу. Best friend. Вот это, по-моему, какая-то крутая штука. Вот я вот прям точно не помню. Но помню, что она крутая. Так, 2 монетки прям так страшно брать, потому что они так... А, я же могу взорвать. О-о-о. А, залетим сюда. Давайте залетим, посмотрим, что здесь. Пилюли. О-о-о. Вы знаете, мне орбиталочками... Релакс, мэн. Орбиталочками кормят. Это очень хорошо. Спасибо им за это огромное. Вот теперь надо, пришло время бежать. Так, ну и что там у нас? Я все взял? А, да, тут книга была, а там я тут предмет забрал. Ладно, окей, погнали. О-о-о, никакого дамага. Муха, одна всего лишь. О, какой я медленный. Мне ж надо еще убежать, я же не вижу даже цели. Вау. Давай вылазь. Ну, вылазь быстрее. Ху-ху-ху. Как я не получил? Ну, это за счет, конечно, моей чудо-маски. Я не получил вообще урона. Вот теперь получил. Да выпендривался. На. Вот это прям приятно. Опа, опа. И последний. Вот так вот. В этом плане мне мухи, знаете, выручают. Фу. Так, босс. Что нам остается? Может быть, здесь все-таки что-то можно будет купить? Бисфред Форева, я вот даже не знаю. Вот этот насчет перевернутого чувачка. То ли это что-то с Иудой связано, то ли что-то еще, я не знаю. Давайте смотреть. Так, тут при каждом получении урона я буду вызывать личинку какую-то и страх накладывать. По-моему, билиберда полная. Вот это, кстати, еще ничего так предмет. Его еще можно взять. Потому что мы можем, в принципе, кубик увеличить, у нас муха увеличится, да, которая она кружит вокруг нас. Мы сможем блокировать больше урона. В принципе, есть смысл в ней. А в остальном что-то как-то я не особо сильно наблюдаю смысл. Опа. Да сдохнешь ты там, нет? Я убил этого прыгуна. Да. Тихо. А. Отлично. Хотя раз меня все-таки он успел щелкнуть. Вот тварь.
Так, давайте посмотрим, что у нас с супер-мега-боссом, который нас ждет. Ух ты. Монстр, ты что ли? Вау! Вот эти два говнюка мелких, которые умерли сразу же, моментально. Что здесь? Ха-ха-ха-ха! Ай, сатана, сатана, сатанинушка. Ну ты скотина, конечно, редкостная. Ну да ладно. И за это спасибо, как говорится. И за это. Тут есть сердца-то, да, и сердца есть, одно сердце возьмем, почему бы и нет. Давайте возьмем Best Friend Forever, почему бы и нет. У нас сразу же увеличились все предметы в размере. Ну и брать-то больше нечего, идем на следующий этаж. Ключи есть, все есть, может в следующем магазине. Найдем, что купить. Так, тихо-тихо, вот этого надо начали, двоих сразу, опа, отлично. А, я не задел. Давайте заденем. Вперед! Да, кровишки попьет этот герой. Вот если ему не найти какой-то, я не знаю. Это, конечно, нечестно, по сути, проходить именно так. Вот я лично считаю. Да, не по чесноку. В принципе, может быть, даже у разработчиков должна быть такая тема, как бы, да, что было прописано, что любое оружие, которое ты берешь, оно должно... Не давайте вообще становиться там, ну вот не давать эпик фетуса, а просто давать тебе постоянно, что вот ты должен бить именно только его огрызком. Тогда, наверное, это будет по чесноку. Но это так геморно вообще. Это реально герой очень становится адово непростым. Но это, естественно, я брать не буду, мне это уже не нужно. У меня предметы отличные. Так, у нас есть куча денег. Я ищу, буду искать, точнее всего, буду искать Ягапи. Посмотрим сейчас, получится ли нам найти его. Книга. Бомба, спасибо. Давайте искать Гапи. Полет, гриб, кстати, тоже клевый. Гриб-то тоже клевый, кстати. Кстати. У него Tears Up. Шот спид, правда, я не знаю, как будет работать, но тирсап-то есть, и у него неплохой. Хотя мне, в принципе, зачем это, да? Мне это не надо. Ух, без вопросов просто. Даже без вопросов просто. Голова кошачья, это просто имба-имбовая. Бова-бовая. Вот. Сейчас, конечно, мы попляшем. Давай, всех троих. Во, еще! Да вы издеваетесь, что ли? Опа! Умрите просто. Да кто меня попал-то? Просто все сдохните. Горите в аду. Идите к своему сатане излюбленному. Куски говна. Всех разнесу, всех уничтожу. Два с половиной сердца просто в никуда. Ладно. Главное, справились. Это уже важно. Так, 15 монет вновь. Можно взять, конечно, вот это, получим еще дамага. Но я не знаю, есть ли смысл. Ну, как бы, смысл-то есть всегда, конечно. Есть дамаг, есть плюс ко всему еще и хп. Но мне охота все-таки гапи выцепить. Понадеемся на это. Пока вроде ничего. И тут трипл. Это трипл же шот, да? Вот это, по-моему, трипл шот. Конечно, я разнесу к чертям, я теперь вообще не выцеплю. Но только единственное, что если я у сатаны получу, да, на сделке. Воу, там блот, что ли?
Где ты там? Смерть? Или кто ты? Болезнь, наверное. Так, один-то минус уж точно. Второго не вижу. До свидания. Я думал, может быть, Крампус? Только, знаете, пригрелся, уже ждет. Оказывается, нет. Ну, взрывать, конечно, аппарат теперь вообще не вариант. Ну, только бомбами. Бомб у меня, слава богу, 11. Я просто думал, что он будет, ну, как бы не три подряд, а типа, ну, как бы в линию три штуки выкидывать. Я думал, ну, как-то так. А он просто три подряд сразу же шлепает. Бам-бам-бам, и все, пипец. Но, правда, за эти три он рвет жестко. Надо бы еще, знаете, какой-нибудь эффект найти, вот, эффект на бомбы. Типа плаксивую бомбу или еще что-то. Это будет вообще же рвань. Это будет такая рвань. Я просто даже не знаю. Слов нет, насколько это будет круто. Давайте искать, наверное, ее. Почему бы и нет? Так, мухи тоже, кстати, клево. Еще дамаг. А, это дамаг, это мой дамаг. Ей показалось. Так, ладно. Возьмем бомбу. Взорвем. Нет. Кстати, я даже секретки не пытался, да, искать. Хотя у меня есть реальная возможность. Воу-воу-воу, парень. Ну, у вас всех в пень, я вот что вам скажу. Нахрен ты мне здесь нужен? Вот этот, конечно, чувак, это клево. Давайте его возьмем. Потому что мы будем... Ладно, все-таки я надеюсь на Гапи. На Гапи или на какую-нибудь штуку, которая, ну, типа для бомб. Лучше для бомб даже. Чем для Гапи. Воу-воу, я думал, мы-то успеют его заколбасить. Они нифига не успеют. Да какого? Идите все нахрен. Я думал, мои успеют мухи убить. Они нифига не успевают. У меня столько орбиталок увеличенных, главное. Я все равно получаю урон. Но, наверное, это... Все-таки урон больше не от орбиталок. Ой, то есть не от пулек. А именно от... Где-то там наверху должно быть сердце. Воу-воу-воу. Да где еще одно сердце? А ты осталась здесь, да, тварь? Ты исчезнешь? Да. Попробуем повзрывать. Вообще хорошая вещь вот эта вот трубочка. Мне понравилась. Эффект для взрывов мне нужен. Кубик, карта за 3. Давайте возьмем. Ну так себе. Так себе. Зато теперь можем взрывать, пока не посинеем. Щит. Он, конечно, хороший, я не спорю. Но сейчас-то он же, получается, как бы мне не будет обновляться, да, в комнате постоянно. То есть это так-то, да, не очень так себе. Давайте ищем дальше. Плаксивую бомбу ищем. Дайте мне плаксивую бомбу, и я буду счастлив. Все, нам больше ничего не дадут. Это какая-то нога, это какое-то молоко, и больше ни шиша. Так-то, конечно, круто было бы, да, там щит. Ну, щит реально он здесь не затащит уже. Где ты? Нет, нет, нет! Блин, я ни хрена не видел. Я думал, что я вдаль отпульнул ее. Ага, вдаль. А я, оказывается, прям вблизь, прям возле себя взорвал. Ха-ха-ха! Вот это я задумался. Да, бывает.
Тихо. Все, уйди, не мешай мне. У меня отвлекаете от процесса. Так, ну что, сатана, что там ты мне предложишь? Да, Крампуса предложишь, я так и думал. Ну, уголек. Ничего путевого. По большому счету. Ну все, нам больше брать-то нечего. Сердец даже не купим. Вот в чем обидно. Ну да ладно, можем взять, конечно, на ХП. Но я даже не знаю. Ключ, ХП, непонятно, что еще. Ладно, пошли. Давайте молоко тогда купим. Че? Ну ладно, там все равно нам бы никак бы оно не помогло. Вот западло так, как говорится, хитрота так хитрота. Да как? Ты, блин, какого хрена вопрос? Как-то ладно, а вот какого хрена? Опять секретки не искал. Я забываю вечно, что они здесь есть вообще. Может, они и тут-то есть? Я просто их никогда не смотрел. О, куча денег. А так вот. Ну, просто полюбопытствуем. Мне интересно было всегда, есть ли они вот на этом уровне, нет? Ну, понятно, что грида мы не будем так пробивать, и это, по сути... А, нет, нет! Да, блин, да опять задумался. Ну да, мне бы, конечно, плаксивая бомба бы гораздо была бы лучше. Потому что мне тут приходится самому уворачиваться. Блин, задело, я думал, не заденет. Где там ты ходишь? Я ж тебя слышу. Тихо. Держимся. Да как ты меня задел-то? Вот выродок, а. Ладно, ладно, пока еще есть сердца. Я, правда, не очень уверен, что мы второй этап хорошо пройдем. Убьем мелочь, чтобы мух немножко накопить. Давай, умирай. Так, все, мы его поразили. Во-во. Пора запомнить, что он всегда так делает, когда только начинает свой мега-атакинг. Так. Я не вижу своей штуки этой красной.
Но мы его гораздо проще снимаем, сильнее точнее всего, если быть точным. Чем, например, если мы бы его били... Блин, говна кусок, а? А чем мы его просто обычного гряда били? Где он? Я вроде там кого у него попадаю. Я вроде и тут попадаю. Ох ты, говно. Так, ну 2 хп осталось. У меня. Я еще какую-то удачку словил. Один удар у него. Все, он умер. Я на одном хп просто. Мне вот реально свезло, походу. Ну, я получил какие-то крылья, смотрите, прикольно. О, довольно-таки. Я даже не знаю. Я, конечно, не супер хорошо отыграл. Тут даже бесспорно. Я ловил очень много. Причем, кстати, предмет-то реально крутой. Че, мы тут немножко понаоткидывали, да? У нас 370 денег. Погнали на выход. Что тут скажешь? В принципе-то собрали мы очень крутые предметы. Прямо реально очень крутые. Можно было и лучше пробежаться, но получилось довольно-таки неплохо. Все равно, в любом случае, получилось круто. Мне понравилось, и плюс ко всему еще и у нас удачно все вышло. Прошли за Зазели. Но реально свезло, опять же, с предметом. Предмет был хороший. Идти на его, например, этих мелких, его на его мелкой вот этой атаке, я бы, наверное, вряд ли бы прошел. Потому что подходить так близко к гряду, особенно во второй форме, очень опасно. В принципе, я и ждал. Я ждал, что мы будем, если будем проходить гряда на Зазели, то только если мы поменяем его атаку. По-другому было бы очень сложно и практически нереально. По крайней мере... Для меня было бы крайне сложно и опасно. Надеюсь, вам понравилось. Если это так, то не забывайте ставить лайки, комментировать это видео, делиться им с друзьями. Также добавляйте плейлисты и вступайте в нашу группу ВКонтакте. А с вами был Станислав. Я всех вас крепко обнимаю. Целую, люблю. Увидимся в новых приключениях. Всем пока.